Так, ну что, как у меня дела? В общем, почти прошел месяц, как я вышла на работу. Я работала с 8 до обеда. И получается так, что я на дачу вообще же на неделе не ездила. Вот, а ездила только в выходные. А на этой неделе мама у меня впервые всю неделю была дома и крутила, вертела там. И до сих пор мы, как приехали в воскресенье вечером, она разгребсти все это не может. Вот сегодня пятница, да, и мы хотим, чтобы нас Богдан вечером отвез на дачу. А он оставаться не хочет, вы представляете? Мы его как только не соблазняем, что хотим сделать шашлычок там туда-сюда, но вот не хочет и все. А в прошлом году он еще как-то помогал нам. А просто неинтересно ему, понимаете? Вот если бы он конкретно чем-то занимался там, ну, дом, например, чем-то что-то подстраивал. А вот в самом огороде ему неинтересно вот эти все дела. Ну, он, конечно, работает тоже сейчас. Вот. А на неделе у меня было мало видео, потому что у меня что-то с телефоном творится, это кошмар. У меня просто настолько забита память. У мамы телефон тоже сломался, гнездо. Какие-то видео я скидываю, ну, снимаю с ее телефона, а какие-то со своего. И, в общем, вот такие тормоза, вот такие у меня дела. Ждите, ждите мои видео, пожалуйста. Никуда я не пропала, мои хорошие. Никуда я не пропала. Оставайтесь все со мной. Я буду продолжать танцевать, буду про себя рассказывать. Поэтому до встречи, мои хорошие. Пошла я домой.